десятки разных блестящих винтиков и гаек, металлических пластинок, шестеренок, пружинок и колесиков сидел странный железный человечек. Он выскочил из коробки, как пружинка, закачался на тонких смешных ножках, которые были сделаны из пружинок, и стал разглядывать карандаша. «Ты кто?» – спросил он удивленно. «Я волшебный художник. Меня зовут Карандаш. Я умею рисовать».